dream. I finally found what I need. You take my breath away. Hey babe, I've fallen head over heels, so now you have to stay. Don't you turn your back on me. Don't you ever try to run away from me. No, you're making me glow. You're making me glow when you do your thing. I thought you should know. You're making me glow. You make my heart sing. Сегодня я хочу провести опрос на тему Хэллоуина. Актуально ли это в нашем городе? Празднуют ли его люди или нет? Отмечают или нет? И знают ли вообще, что такое Хэллоуин? Идем раздавать мандарины. Вообще, вы знаете про праздник Хэллоуин? Да, знаю. Как вы к нему относитесь? Знаете? Ну, не особо. Раньше праздновал, сейчас нет. Вырезали пикник? Нет. Нет? Ну ладно, спасибо. 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 Тоже спасибо. Ну да. Вы его отмечаете? Нет. А как к нему относитесь? Ну, категорично. Почему? Ну, это не наш праздник. Ну и что? Это же штатов праздник. У нас своих праздников хватает. Ну, некоторые у нас тоже здесь празднуют. И в кафе, в ресторанах. Это ну, это мода просто. Да, наверное. Все. Ладно, спасибо вам. Держи, держите. Спасибо. Спасибо. Пожалуйста. Вы знаете про праздник Хэллоуин? Да, слышал. Ну, многие уже слышали. А вообще, как к нему относитесь? Празднуете, отмечаете? Нет, я не праздную. Нет? Никогда не вырезали что-нибудь из тыквы? Нет. То есть у нас здесь не очень актуально, да? Ну да. Ну, хорошо, спасибо. Спасибо. С меня мандаринка. Хорошо. Угощайтесь. Ага. Так, Хэллоуин. Ну да. Отмечаете ли его? Ну, почему? Ну, не знаю. Не очень актуально у нас здесь, да? Да. И никогда не вырезали тыквы? Нет? Не занимались? Ну ладно, спасибо. Спасибо. Девочки, привет. Вы знаете про праздник Хэллоуин? Отмечаете? Не любите этот праздник? Я люблю. Любите, но не празднуете, да? Родители не хотят, да? А никогда этот не хотели вырезать там тыковки или что-нибудь такое? Но видели, да, что этим занимаются вообще? Да. Вот, хорошо, спасибо. Вам помогли. Спасибо. Спасибо, до свидания. Про праздник Хэллоуин? Да. Да. А любите ли его? Да. Отмечаете? Да. Да? Я нет. Не очень? Не очень? А вообще вырезали когда-нибудь там стыков что-нибудь? Нет. А хотели? Да. Ну вы же видели, да, всегда украшают там дома? Да. Вот, понятно. Спасибо вам за ответ. Спасибо. 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 Здравствуйте. Можно вас спросить? Вы любите праздник Хэллоуин? Да как-то сейчас нет. Не отмечаете? Нет. И никогда не вырезали из тыковок что-нибудь? Нет? Нет. Ну ладно, подождите. Держите. Спасибо. Кира, держи. Скажи, спасибо. А мы выписи, скажи, праздновали, да, Кира, скажи? Да? Кирочка, скажи спасибо. Вон, скажи спасибо. Скажи спасибо. Спасибо. Молодец, зайка. Пойдем. Мальчик, привет. Можно вас спросить? Вы вообще знаете про праздник Хэллоуин? Отмечаете ли вы? Вам не нравится? Отмечаешь? Нет, денег на носик, на москитник. Ну, можно же разрисовать гримом лицо свое. Как рисовать? Мне сказали, что за дебил. Не обращай внимания, что говорят. Но тебе нравится, да, самый праздник? А из тыковок никуда не вырезал что-нибудь? Нет. Нет? Но хотел бы? Просто я занималась, это очень интересно, когда внутрь уже свечку ставишь. Ну, ну ты знаешь. Вот, спасибо вам. Все, вы свободны. Спасибо. Можно у вас спросить? Любите праздник Хэллоуин? Отмечаете? Никогда не отмечали? А что мешает тогда отмечать? Времени нет. Времени? Ну, это же недолго, в принципе. Можно куда-то сходить, у нас же отмечается даже в нашем городе праздник. Да, я тоже сама недавно узнала. Вот. Так что, ладно, спасибо. Спасибо. It's your last. Say a prayer like it's your last. Ты вообще знаешь, что такое Хэллоуин? Ну, да. Да. Слышал про праздник такой? Да. Отмечаешь? Знаю. Но хотел бы? Вообще слышал, да, то, что украшают дома тыквами там, да? Вот. А, хотел бы праздновать сегодня? Нет. Нет? Почему? Я боюсь. Но это же не страшный праздник, это просто все наряжаются в различные костюмы, и это как вечеринка. Вот. Но не горишь, да, желание? Ну ладно. Держи. За тебя. Все, тебе. А знаешь про праздник? Отмечаешь его? Редко. Вообще? Нет, не любишь? Ну ладно, подожди за ответ. Спасибо. Пожалуйста. Здравствуйте, мистер Орел. Как вы относитесь к Хэллоуину? Очень положительно. Вы любите этот праздник? Обожаю. Да что вы говорите? Почему вы засмотрелись на мои мандарины? Они такие вкусные, аппетитные. Хотите отведать? Все, давай. Я вас угощу. Несмотря на то, что у нас в Казахстане этот праздник не очень актуален, допустим, как в Америке, в Англии, но этот праздник можно, в принципе, тоже и у нас отмечать. И я всех вас призываю, отмечайте, радуйтесь, красьтесь, гримируйтесь под различных оборотней, фей, ух, даже свет дали, различных зверей и кого хотите, в принципе. Страшились или не страшились, просто отмечайте где-то в компании друзей, можете отметить у нас в городе, у нас это все отмечается и празднуется. Я люблю очень Хэллоуин, и я пошла отмечать. Ого, ого, Кристина. Все? Да. Спасибо. Пожалуйста.